Здравствуйте, коллеги! Решила записать короткое видео для вас, как можно регистрировать через личный кабинет. Ну, во-первых, мы заходим в свой личный кабинет, вносим номер и пароль. Вы это знаете, как делать, поэтому я вас здесь учить не буду. Вы можете попасть на другую версию. Например, вот у меня стоит главная, но вы можете попасть, когда входите через вот этот вот ресурс. Если вы попали вот сюда, то вам необходимо просто направить мышку на свою фамилию, и у вас написано «Личный кабинет». Нажимаете «Личный кабинет», и тогда вы попадаете на главную страницу сайта. На главной странице сайта есть вот здесь вот разделы, и вы видите «Регистрация». Нажимаете на «Регистрацию». Вот у вас сразу же автоматически вносится ваш регистрационный номер, здесь стоит. И здесь вы вносите данные. Пишите фамилию. Я буду просто вот тестировать. Имя, тестирование, отчество. Можно вносить, можно не вносить. Это зависит от вашего желания. Дату рождения можно выбрать как в формате, представленном на сайте. Точно так же вы можете написать, например, 02-10-1990, предположим. Пол выбираете, мужской или женский, например. Мобильный телефон, я сейчас буду вносить телефон совершенно левый. У вас высвечивается здесь, какую страну вам необходимо выбрать. Сейчас, секунду, еще раз нажму, Россия, и пишите номер телефона. Я внесу номер телефона, вот такой, ну, левый просто. Разрешить регистрацию под меня по номеру мобильного телефона оставить нужно. Домашний телефон можно не вносить, рабочий можно не вносить, дополнительный можно не вносить. Электронную почту обязательно вносить. Сейчас мы с вами тестовую сделаем. Тест собака. mail.ru. Так, неправильно, .ru. Если вы неправильно внесете, вам сразу напишут, что неправильно. Адрес. Здесь вы вписываете, можете выбрать город, например, Москва. Вы набираете Москва, она у вас высвечивается, или МИАС, или какой город у вас находится на самом деле. Выбрали, нажимаете «Выбрать». Все, дальше вы пошли. Улицу можно здесь не писать. Дом можно не писать, сейчас попробуем без улицы. Если нам покажут, что улицу необходимо вписать, тогда мы с вами просто впишем и все. Почтовый индекс не нужно. Кодовое слово вы сразу пишете, можно написать имя человека, тест я пишу, и нажимаем «Сохранить». Все, регистрация консультанта, адрес доставки почтовой корреспонденции, дом. То есть необходимо все-таки вписать дополнительные данные по дому. Тут можно написать улицу, например, Луначарского. Это вообще не играет никакой роли, это просто, ну, если вдруг заблагорассудится человеку заказывать. То есть для регистрации это необходимо. Дом, например, 5. Все. Видите, дом обязательно, все остальные не обязательно. Нажимаем «Сохранить». Это мое дополнительное выскакивает, у вас такого не будет. Смотрите, регистрация, не указан телефон и имейл, будет выслан вам персональный код. Все у меня здесь нормально. Пароль для доступа к вашему личному кабинету на сайте. Все. Регистрация прошла, видите, предупреждает, что если что-то поправить, дальше делаем «Сохранить». Вот, и у вас сразу высвечивается по регистрации, высвечивается код подтверждения. Связываетесь со своим консультантом, берете у него код подтверждения, вносите и нажимаете «Сохранить».
Сейчас я не буду вносить, потому что это тестовая регистрация. Я вам решила показать. Но в любом случае, например, 54-55, мне сразу покажет, что код подтверждения неверный. У вас сразу же покажут, что все верно и все остальное. Вот и все. Вот так вот регистрация делается в личном кабинете без проблем. Здесь закрываете, нужно следующего зарегистрировать. Берете опять, нажимаете регистрацию и регистрируете следующего консультанта. Все, это точно не уйдет никуда, кроме вас. Ну все, удачной вам регистрации.